Масштабное свято класічнай музыкі Тызенхаус 2017 рыхтуецца да адкрыцця. Адно з галоўных культурных мерапрыемстваў Беларусі па традыцыі пройдзе ў горадзе над Нёманам. Удзел у ім прымуць мінскі моладзевы камерны аркестр, кларнетыст Артур Назіулін з Расіі і заснавальнік фестывалю беларускі піяніст з грозінскімі каранямі Кірыл Кідук. Да слова, музыкант традыцыйна напярэдадні фэсту ладзіць сольныя канцэрты. На адным з такіх пабывала і наша здымачная група. Класічны канцэрт, які вядомы гродзенскі піяніст Кірыл Кідук прадставіў меламанам, распачаў новы музычны сезон. Праграму адкрыла бергамаская сіюта Клода Дебюсі, адно з самых пяшчотных і абаяльных твораў кампазітара. Працягнуў рамантычны выступ Ферэнц Ліст і яго этюд «Карагод грамоў». Эффектная музыка, эффектная и по-своему тоже наполненная все там определенными переживаниями и размышлениями. Он же потом, несмотря на то, что был такой свободолюбивый, так сказать, человек в разных смыслах, он потом стал священником в конце. Наверное, надеялся, да, отмолить грехи. Творчий вечер таксама подаровал гродзенцам магчымасць пачуць п'есы фантазии Сергея Рахманинова и тры фрагмента с балета «Петрушка» Ігора Стравінскага. «Петрушка» — это такое произведение, ну, одно из самых сложных, во-первых, в фортепианной литературе, во-вторых, одно из самых таких, ну, такой один из столпов фортепианной литературы, да и не только фортепианной, потому что это же переложение. Вообще он написал балет «Петрушка». И потом, собственно, ручно сделал переложение для рояля трех частей. Это называется три фрагмента из балета «Петрушка». Русская, «У Петрушки» и «Масленица». Гродзенскі піяніст выступае на самых знакамітых канцэртных пляцоўках свету Нью-Йорка, Зальцбурга, Токія, Мілана, Масквы, Санкт-Петербурга. Новы канцэртны сезон Кірыл Кідук традыцыйна адкрывае ў родным Гродна. Да слова, горад над Нёманам у чаканні музычнай імпрэзы міжнароднага фестывалю «Тызенхаус», інфармацыйным партнёрам якога выступае тэлерадыёкампанія «Гродна». Будет какой-то замечательный кларнетист, и очень классный человек, вообще шоумен практически, Артур Назиулин из России, один из лучших кларнетистов в мире. Вот. И будет оркестр молодежный, называется Minsk Youth Chamber Orchestra, то есть Минский молодежный камерный оркестр, который я с помощью своих коллег собрал вот летом, и первые гастроли этого оркестра были во Франции. Этим летом, да, на двух фестивалях. А сейчас вот они приедут в Гродно, потом выступим. Сначала в Минске выступим, потом в Гродно. Уже 10 кастрычника фестиваль «Тызенхаус 2017» сбярэ аматараў класікі. Сёлета ў канцэрце прымуць удзел мінскі моладзевы камерны аркестр, кларнетыст Артур Назіулін з Расіі і заснавальнік фестывалю Кірыл Кідук. Музыканты, за плячыма якіх перамогі ў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах, выступленні ў прэстыжных канцэртных залах розных кантынентаў, падрыхтавалі цікавую святочную праграму. Як прагучала, гэта будзе незабыўны вечар класікі.